Наши люди в булочную на такси не ездят. Действительно, во времена СССР булочные были на каждом шагу, а хлеб считался основным продуктом питания. Его ели с супами, горячими блюдами и даже делали сладкие бутерброды, посыпая сахаром, а иногда даже употребляли с арбузами. До сих пор те, кто жил во времена СССР, уверяют, что раньше хлеб был вкуснее. Почему? Узнаем в новом выпуске программы «Вкусно по ГОСТу». Сегодня мы расскажем, почему советские хлебозаводы были инновационными для своего времени, сколько сортов хлеба продавалось в СССР и как готовили те самые хлебобулочные изделия по ГОСТу. А также поделимся ностальгическими рецептами. Те люди, чье детство пришлось на советские времена, наверняка помнят, как родители отправляли их в булочную за хлебом. Как же сложно было удержаться от того, чтобы не откусить хрустящую краюшку по дороге. Хлебу посвящали песни, стихи, агитплакаты. Это трепетное отношение формировалось веками. У продукта всегда было сакральное значение, а позже появилось еще и политическое. Так, во время февральской революции на демонстрациях скандировали лозунги «Хлеба! Хлеба!». В апреле 1917 года в стране была введена хлебная монополия, затем продразвёрстка и позднее продналог. Но зерна становилось все меньше. Несколько территорий охватил сильнейший голод. В городах ситуация была плачевной. Многие мигрировали из деревень, и мощности пекарен просто не хватало. В 20-е годы правительство принимает решение о строительстве хлебозаводов. Начинается подготовка оборудования, обучение пекарей, которые могли бы работать на механизированных предприятиях. К 1928 году в СССР заработали 34 хлебозавода, в их числе инновационные. Если бы Генри Форд узнал о системе кольцевого конвейера, он ухватился бы за нее. Так в СССР говорили об изобретении советского инженера Георгия Марсакова. Раздумывая над тем, как увеличить мощность конвейера для производства хлеба, он догадался перевернуть его и замкнуть в кольцо. Так в СССР появились легендарные цилиндрические хлебзаводы. На верхних этажах был цех с закваской, а готовый хлеб появлялся уже на нижнем этаже. Такие предприятия производили до 240 тонн хлеба в сутки. Были и другие заводы, которые проектировали иностранцы, а наших пекарей отправляли в Европу, чтобы те узнали тонкости автоматизированного хлебопечения. Среди них был и будущий директор московского хлебозавода номер 4 Иван Пучков, который до революции был подмастерьем знаменитого булочника Филиппова. Филиппов владел сетью лавок, и одна из самых знаменитых находилась здесь, на Тверской. Вообще, с именем Филиппова связана одна легенда. Каждое утро губернатору Закревскому выпекали сайки. Однажды чиновник обнаружил выпечки таракана и тут же в гневе потребовал Филиппова к себе. Булочник не растерялся и съел сайку с насекомым, мол, это всего лишь изюм. Ну а чтобы оправдать себя, стал постоянно добавлять изюм в тесто. Впрочем, и классические сайки тоже пользовались большим спросом, особенно в СССР. Хлеб всегда считался основой рациона наших людей. Ученые как-то посчитали, что в 60-е в СССР насчитывалось около 700 видов и сортов хлеба. Но самыми излюбленными, конечно же, считались классические изделия, например, сайка, которую мы сегодня приготовим с нашим поваром-технологом Людмилой Малковой. Какую мы сегодня будем делать? Они не только были разные по составу, они еще отличались и по форме. Изначально сайки готовили в формах, как формовой хлеб, но соединяли между собой. И покупатель мог отломить себе, попробовать кусочек сайки. Вот это было. Потом стали готовить сайки в виде батонов, но маленьких. И характерным было обязательно слипы, чтобы они склеились между собой, так же, как в форме. Просеиваем муку обязательно для приготовления любого дрожжевого теста. В процессе просеивания мука частично согревается, удаляются механические примеси и становится более пышная. Сайку мы будем готовить на молоке, она более сдобная. Значит, для этого мы подогреваем молоко так, чтобы было приятно, ручки терпело. Если мы нагреем больше, то дрожжи наши заварятся. Соединяем дрожжи, добавляем сахар. И у нас сайка будет обычная, классическая. Добавляем часть муки. К
мне нужно будет яйцо. Давайте. Хотелось бы, чтобы мы его отдельно добавили. И одновременно с яйцом в тесто мы добавим соль. Можно даже соль добавить в яйцо, чтобы она частично растворилась. Ничего их не взбивать не нужно? Нет, вот возьмите ложечку, перемешайте и добавите мне в тесто. Можно чуть-чуть муки мне сюда еще добавить. Еще чуть-чуть добавить. Потому что мы видим, тесто еще жидкое. Оно должно быть однородное, эластичное. Ну и в конце замеса мы будем добавлять маргарин. Вилочкой размягчите его и добавим в конце замеса. Это сдаст изделию сдобность, аромат. Тесто мы завешиваем для эластичности, чтобы не прилипало, припудриваем мукой и замешиваем. Ну, тесто вот наше готово, мягкое, эластичное, получилось, промешали мы его. Можем смазать маслом, чтобы не прилипало к краям. И сверху тоже можно смазать, чтобы тесто не сохло. Отправляем тесто на расстойку в теплое место. Вот у нас расстойочный шкаф. Если дома у вас нет расстойочного шкафа, укутывайте полотенцем и ставьте в теплое место, даже возле батареи, на расстойку. Время расстойки составит 2-3 часа. Во время расстойки необходимо сделать 1-2 обминки. Будем классически формовать ее в форме. Вы знаете, вот пусть такая форма не смущает вас, потому что на хлебозаводах именно такие формы использовали. Она рабочая. Немножечко, конечно, она у нас темная, но именно в таких формах выпекают хлеб. Так, смазать ее надо? Да, ее обязательно нужно смазать. А я сформую пока изделие. Мы будем выпекать в этой форме 3 саечки. Они будут одинаковые примерно по размеру. Мы ее закатываем, перекатывая от одной руки к другой. Пробуем. Я подправлю от одной к другой. Главное, чтобы меньше образовалось вот таких заломов. Очень важно, что форму мы заполняем на 1/3 объема. Любую форму, какую мы используем. И отправляем на расстойку на 30-40 минут. Вот они у нас получились такие замечательные, поднялись. Можно, конечно, еще подождать, но вот это достаточно по требованиям ГОСТа. Давайте. Температура выпечки сайки 180-200, время выпечки 45-60 минут. Наше первое изделие готово. Да, достаем. О, так просто. Все очень просто выходит. И вот такая замечательная сайка. Вот напоминает немножечко тот хлеб, который мы кушали в детстве. Знали, когда привозят горячий, шли со школы, покупали эту булку хлеба, из дома бежали, обкусывали всю корочку, со всех сторон прибегали домой с этой буханкой. Но родители при этом были счастливы и не ругали нас. Ну что ж, дорогие друзья, если испечете такую саечку дома, не забывайте слова Людмилы Викторовны, потому что у такого хлебца не грех и корочки обкусать. Рецепт сайки. Добавьте в теплое молоко дрожжи, сахар и часть просеянной муки. Остальную муку добавляйте постепенно в процессе замеса теста. Соедините яйца с солью и влейте в массу. Добавьте размягченный маргарин. Замесите тесто и оставьте на 2-3 часа. В процессе расстойки сделайте 1-2 обминки. Разделите тесто на 3 равные части и сформируйте заготовки для сайки. Оставьте на 30-40 минут. Затем выложите форму, смазанную растительным маслом. Выпекайте 45-60 минут при 180-200 градусах. В военные 40-е в Советском Союзе появились другие сорта хлеба – фронтовой, сталинградский, тыловой и блокадный. Тот самый кусочек хлеба весом в 125 граммов, спасительный для каждого ленинградца. –
1942 году, когда в городе ударил сильнейший мороз и хлебозаводы остановились из-за отсутствия воды, ленинградцы, которые были в силах, стали в цепочку от Невы до хлебозавода и передавали воду из рук в руки. Так хлеб испекли. Рецептуру этого хлеба добавляли и жмых, и целлюлозу. Основная цель была, скажем так, накормить население, потому что город был в блокаде. К хлебу отношение всегда такое сакральное, такое священное. Никто не мог раньше, допустим, представить, что мы выбрасываем хлеб. Задолго до рассвета, когда окна домов лишь начинают вспыхивать электрическими огнями, открывается Даниловский колхозный рынок. Еще совсем недавно спекулятивные элементы вершили здесь свои темные дела. 16 декабря на рынке началась новая жизнь. Так писали в «Вечерней Москве». В декабре 1947 года в СССР отменили продовольственные карточки. Все еще не верится, что можно есть хлеб досыта. Мы в течение одних суток съели 7 кило хлеба, а по карточкам ежедневно выходило 3 кило. Как будто бы все это происходит во сне. Писали те, кто застал первые дни после отмены карточек. Кто-то покупал хлеб и ел его прямо на улице. Однако, несмотря на то, что заводы выдавали втрое больше хлеба, очереди и суматоха все же были. А 50-е годы запомнились уже как время, когда хлеба было действительно много. В столовых он был в неограниченных количествах, его нередко брали со стаканом сметаны, а в булочных – всевозможные сухарики, калорийные булки, рогалики и, конечно, белые хрустящие батоны. Ну и второе хлебобулочное изделие, которое мы сегодня приготовим, это батон. В СССР они были совершенно разные. Так, Людмила, какой же батон мы будем сейчас с вами готовить? Мы сегодня приготовим батон нарезной. Отличается он тем, что для его приготовления мы не используем яйцо и заводим его на воде. Воду мы подогреваем. Необходимо нам просеять муку. Какие вообще батоны существовали? Был батон нарезной, был батон молочный в основном, ну и, наверное, батон столичный. Отличались они, конечно, набором продуктов. Угу. Значит, в теплой водичке растворяем дрожжи. А формой тоже как-то отличались они? Да, у каждого батона была своя форма и соответствовала, естественно, ГОСТу, который разрабатывали на хлебопекарных предприятиях. Все, что я помню о батонах, это музыкальная композиция, бутылка кефира, полбатона. Да, рабочие часто на обед с собой брали именно кефир, батон. И всегда, когда мы были маленькие, еще смотрели и думали, вырастим, вот мы как они будем всегда кушать батон и кефир. В дрожжи с сахаром и с водой мы сразу соль не добавляем, потому что соль угнетающе действует на дрожжи. И тесто будет подниматься дольше. Вот у нас стало тесто более-менее жидкое. Вот сейчас мы добавим сюда соль. Тесто для сдобности всегда добавляют маргарин. Маргарин должен быть размягченный, не растопленный. Можно вот посыпать. Мукой. Да, и сыпать весь маргаринчик. Замешиваем тесто до однородной эластичной консистенции, и чтобы к рукам тесто не липло. Чем дольше мы замешиваем тесто для хлеба, тем оно будет активнее подниматься и более пышным будет. Но чтобы не заветривалось тесто сверху, вот мы сейчас маслом растительным сверху и смажем. Просто немножко, да? Да, да, слегка, чтобы оно не заветривалось. И отправим тесто на расстойку. Время расстойки теста для батона составит 2 часа. Во время двухчасового растаивания тесту еще необходимо сделать 1-2 обминки, чтобы насытить воздухом и удалить излишки углекислого газа. Тесто на наш батон нарезной готово. Мы сейчас будем формовать изделие. Давайте. Сначала раскатывают в пласт, потом скатываем его рулетиком батон, защипываем краешки и придаем форму батона. Приминаем, выкладываем на лист швом вниз, вправляем форму,
Ну и для батона нарезного характерны надрезы. Ага. Ну давайте попробуем. Батон мы вообще не будем смазывать. И отправляем его на расстойку. Время расстойки батона составит 30-40 минут. Наш батон расстоялся, теперь мы его должны выпекать. Батон выпекают при температуре 180-200 градусов. Время выпечки может составить 25 минут. Ох, как он у нас большой-то, да красивый. Ну что ж, друзья, наш нарезной батон готов. Да, и не забудьте про кефир. Рецепт нарезного батона. Растворите дрожжи в теплой воде. Добавьте сахар и часть просеянной муки. Добавьте соль, размягченный маргарин и оставшуюся муку. Замесите тесто. Оставьте на 2 часа. Во время расстойки сделайте 1-2 обминки. Раскатайте тесто и сформируйте батон. Оставьте на 30-40 минут. Выпекайте батон 25 минут при 180-200 градусах. В октябре 1961 года на 22-м съезде Коммунистической партии Никита Сергеевич Хрущев заявит, что коммунизм в СССР будет построен через 20 лет. Для этого необходимо ликвидировать классовые различия и построить мощную материально-техническую базу. Но совсем скоро стране предстоит решать совсем другие проблемы. В начале 60-х в СССР начались перебои с хлебом. К кризису привели неудачи во время освоения целины и активный посев кукурузы. В хлеб начали добавлять примеси вроде гороховой муки и выдавать ограниченно при покупке не больше 2,5 килограммов в руки. Снова возникли хлебные очереди. В глубинке, например, хлеб могли распродать всего за пару часов. Стабилизировалась ситуация только к 1965 году. Тем не менее, государство жестко контролировало качество хлеба. Инспекторы могли забраковать его из-за слишком бледной корочки. Раньше очень хорошо работала система ОТК, система контроля, контроля качества, отделы контроля качества, и это было очень важно. Хлеб был зачастую одним из основных ингредиентов на столе. К нему было повышенное внимание. Производство хлеба, оно было отдано именно хлебозаводам. Это большие предприятия и, скажем так, это большие технологические линии. А вот булочные выглядели однотипно. Хлеб располагался на деревянных полках. Рядом висели специальные щипцы, обычно привязанные к гвоздю, вбитому прямо в стеллаж. Ценники также были почти одинаковы. Буханка черного по 12 копеек, буханка белого по 20 и белый батон по 22. Иногда появлялся бородинский по 14 копеек, который, правда, был далеко не во всех городах СССР. А еще столовый батон, созданный на 8-м хлебозаводе под руководством Александры Марсаковой, дочери того самого инженера, придумавшего советский кольцевой конвейер. В 80-е годы из-за нарастающего дефицита был взят новый курс – рациональное использование хлебных отходов. Кондитерам, к примеру, рекомендовали делать изделия из засохшего хлеба и крошек. Тресты проводили выставки-распродажи, где демонстрировались блюда из черствого хлеба. Хозяйкам тоже предлагали быть экономнее и делать, например, запеканки и пироги из черствого хлеба. Однако это были лишь рекомендации. Кто мог устоять перед вкусной булочкой, которую всегда можно было купить в буфете? Ну и напоследок еще один вид выпечки, который обожали практически все советские дети. Это, конечно же, пышная ароматная булочка с изюмом. Та самая, как в школьной столовой или булочной. Вот сегодня мы ее также приготовим. Так, Людмила, я знаю, с чего уже будем начинать, с просейки муки. Конечно, подогреваю молочко, просеиваете муку, это у нас для яйца будет. Ну и у нас мы сегодня используем ванилин для приготовления булочек, а ванилин необходимо подготовить, если это именно ванилин. Разбавляют в горячей кипяченой воде, это эконом-вариант. Можно ванилин растворить в спиртовой основе, водка или коньяк, в изделиях это чувствоваться не будет. Просто чтобы ванилин растворился и отдал свой аромат именно изделию. У нас да. есть еще изюм для приготовления. Значит, мы изюм тоже, мы его предварительно перебрали, помыли, но для того, чтобы он опять же стал мягким в изделиях, мы ему немножечко
Да, выдержим в горячей водичке. Яйца. Ну, а я завожу тесто. В теплое молоко мы добавляем дрожжи, почти весь сахар. Часть сахара мы оставим для отделки изделия. Мне также подсолить их, помешать? Нет, мы с яйцом сейчас поступим несколько по-другому. Вы его перемешайте, пожалуйста. Часть яйца мы тоже оставим для отделки изделий, смазывать перед выпечкой. Поэтому мы не будем соединять с солью сейчас. Присыпем это мукой. Выливаем часть яйца. Добавим соль. Добавим наш растворенный ванилин. Попрошу подготовить опять маргарина. Для сдобных изделий и используется больше маргарина. Тесто для булочек, если мы используем большое количество сдобы, можно готовить опарным способом. Вот у нас осталось добавить маргарин и изюм. Чтобы изюм не давал сырости в тесте, как бывает, кушаешь, и вокруг него сырое вот такое чувство получается. Мы изюм, перед тем, как добавлять в тесто, пересыпаем мукой или сахаром. Перемешали. Присыпаем наше тесто мукой. Добавляем сюда наш подготовленный изюм и размягченный маргарин. Есть тут еще ряд особенностей для приготовления любого дрожжевого теста. Все компоненты должны быть теплые. То есть яйцо мы достали заранее, из холодильника постояло. Молоко, видите, теплое, мука должна быть теплая. Форму попрошу опять подготовить. Смажем маслом. На расстойку. На расстойку. Расстойку, да, на 2 часа при температуре 40-50 градусов. Тесто для булочек готово. Мы сейчас будем формовать наши сдобные ароматные. Всегда рекомендую слегка прижать, чтобы они растаивались равномерно. Время расстойки булочек будет составлять минут 10-15. Берем, смазываем аккуратно яйцом, чтобы они не потеряли форму. А я буду присыпать сахаром. Температура выпечки 180-200 градусов. Время выпечки 10-15 минут. Вот этот прям улыбается, смотрите. Ну что ж, друзья, хотите вновь окунуться в детство или порадовать своих малышей, испеките им булочки с изюмом по старым советским рецептам. Рецепт булочек с изюмом. Залейте изюм горячей водой на 5-10 минут. В теплое молоко добавьте дрожжи, сахар и часть просеянной муки. Добавьте яйца, соль, растворенный в горячей воде ванилин и оставшуюся муку. Добавьте изюм и размягченный маргарин. Замесите тесто и оставьте на 2 часа. Сформируйте булочки и уберите еще на 10-15 минут. Затем смажьте заготовки взбитым яйцом, посыпьте сахаром и выпекайте 10-15 минут при 180-200 градусах. В 17 веке Россию посетил путешественник Павел Алепский. Он говорил, мол, местный хлеб кислый, но русские наслаждались им, как будто он был лучшей халвой. То же самое можно сказать и о советском хлебе. Он был простым, с противоречивой и сложной историей, но воспоминания о нем самые теплые. Сейчас полки магазинов ломятся от различных хлебобулочных изделий, но попробуйте приготовить тот самый советский хлеб по ГОСТу и убедитесь, что раньше действительно было вкуснее.